Нашла. Снимаются маски, голограммы, фантом предстает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Тонкая копия вышла, она идет медленно, у нее в руках как палочка, посох, на который она опирается. Хорошо. И в ногах что-то у нее. Угу. Защищаемый физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем матушку Василису в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией матушки Василисы поднимайся в комнату диагностики. Пошел, подъем. Мы на месте. Мы приветствуем матушку Василису. Интересуемся, готова ли она к проверке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Доверит. Хорошо. Итак, что у нее в руках? Этот посох, да? Да, но он как палочка, на которую опирается. Хорошо. Сила моего намерения, этот посох уходит в клетку-тюрьму. И что у нее в ногах еще? На воронку похоже. Хорошо. И сила моего намерения, эта воронка выходит, отправляется в клетку-тюрьму. Готово. Я даю команду на G3. Сканер сканирует пространство над головой матушки Василисы под ногами 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел матушки Василисы. Находит все. Не, без. Без. Хорошо. Все. От кого палочка? Его? Это его все без. Считай цифру этого паразита над головой. 8, но мне кажется, его послал кто-то. Конечно, выстраивая канал от того, кто послал этого беса, силам его намерения, канал выстроен и притягивает этого демона в клетку-тюрьму, стоит в клетке-тюрьме. Слава идет, не связан, не притягивается никто. Хорошо, ты осмелился войти в биополе матушки Василисы? У него не было другого выбора, его послал демон, который сидит во внучке матушки Василисы. Его послал демон. Если он его послал, он с ним связан. Выстраивая канал к этому демону и притягивая этого демона в клетку-тюрьму. Он не в клетке, я его вижу. Он пританцовывает, потирает руки и говорит, не связан. Оборвался связи. Хорошо, один микрон все равно должен быть остаться. Если один микрон этой связи остался, даже в воспоминаниях этого беса, он выходит и формируется в шарик перед ним. Почистил. Что-то осталось по-любому. Да будет так, а так и есть. Красным цветом проявляется и пульсирует этот шарик. В матушке Василисы есть. Отлично. И от этого шарика выстраивай канал к этому демону и притягивай в клетку-тюрьму. Да будет так, а так и есть. Почистил. В клетке. Считай цифры над головой этого паразита. 18. Отлично. Демон получает удар 100 тысяч герц. Удар. Уменьшая демона в 2 раза. Ты решил со мной поиграться, паразит? Хорошо, давай играться. Я готов. Он хочет свой рост назад, ему больно. Ничего ты не получишь. Все, связывай его. Рога тебе отрезать сразу или связать их в бараний рог? Говори мне сразу. Или ты хочешь оленя рога перед тем, как я тебя скину в галактическое ядро? Он тебе пальцем грозит и говорит, отпусти. Ты мне пальцем грозишь? В моих руках появляется шар энергии царя Соломона. Хорошо, демон. Давай еще раз повтори мне вот этот жест, который ты сейчас сделал. Не повторю. Почему? Спрятал за спину руки. Хорошо. Сущность. Шар энергии царя Соломона входит в меня. Ну что? Он говорит, верни мне рост. Контракт у меня там. С кем у тебя контракт? С ее внучкой. А у меня есть разрешение от нее, просьба на ее чистку. Возвращаю рост демону для удобства общения временно. У тебя есть контракт с ее внучкой, кому ты послал этого беса. Что, мне за... так. Ну, ты считаешь нас за немножко отсталых, не понимающих ситуации вокруг? Он не понял тебя.
Ты У него понимаешь, контракт с внучкой у тебя матушки контракт. Василисы. Он послал беса к матушке Василисе, потому что она была рядом, и он ее опустошал, ослаблял, забирал энергии. Ну вот, отлично. Значит, это бес сделал. Ну что, бес, получи удар 100 тысяч герц. Удар. Хорошо. А тебе демон поднимем до 500 000. Как ты считаешь, будет нормально? Несправедливо. А ты справедливо вошел к ней? Очень доступна энергия. Меня это не интересует. Я еще раз повторяю. Я 3 раза задаю вопрос. 1 раз ты уже ответил. Еще 2 раза осталось. Говоришь, что интересно. На каком основании ты послал беса в ее биополе? Ты отдавал себе отчет за то, что тебе придется, возможно, за это заплатить своей жизнью. Не говоря уже о бесе. Он сегодня будет уничтожен. Я все почистил. Если бы ты все почистил, ты бы не находился в этом биополе. Итак, даю команду тонкой копии матушки Василисы спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродность энергии всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Этого демона его вырвало. Из него вышла какая-то жаба. Он ее гладит. Алкогольная жаба. Жаба он переходит подселит. В соседнюю клетку, жаба уходит. Она тебе не нужна будет сегодня. Это она жаба скользкая и черная. Но в соседней клетке. Хорошо. Это условия контракта. Он селит жабу. Реверс закончился. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса. Матушка Василиса забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Возвращает все свое себе обратно. Ее дергала эта воронка. Эта воронка, она как из нити состоит. Черные руки, ноги. Эта нить, она хаотичная. Хаотичная. Дергала ее. Хорошо, бес. Какую ты хочешь выбрать себе смерть, выбирая сразу? Галактическое ядро или энергия царя Соломона, или просто тебя сжечь в клетке? Он говорит, что ты перебарщиваешь. Я сейчас. А почему я перебарщиваю? Между двух огней. Ты пришел убивать душу. Причем у этой души учитель Архангел Михаил. Неужели ты думаешь, что я тебя оставлю безнаказанным после этой попытки? Ты об этом прекрасно знал, ты видел эти энергии. Точно так и демон об этом знал. Но демон сегодня перешел все границы, а ты перешел вообще. Я тебя не считаю за умного беса. Мы этого человека регулярно проверяем, и нашли бы тебя, и сожгли сразу бы. Но сейчас пока еще время есть. Итак, бес, что с тобой делать, сущность ты поганая? Отпускать. А как ты собираешься компенсировать этот вред? Вернулся. Да что значит ты вернул? Это я забрал у тебя то, что ты украл. А вот за это ты и должен отвечать сейчас. Показывает, что еще подключки есть. К этому мы еще не дошли. Как с реверсом, Вера? Закончу. Она что забрала оттуда? Посмотри, пожалуйста. Она спокойствие забрала вот от этих нитей от воронки, которые хаотично дергали. Бес выходит, вытаскивает все, что наставил. Отключается полностью, возвращается в клетку, докладывает о готовности к проверке. Проверка будет проходить несколько 1 000 000 герц. Ну, у нее как тапки такие снимает с ног. Он готов. Даю команду на рассинхронизацию матушки Василисы со всеми интерферентами и их подключками. Пошел процесс. Сколько ты находился в биополе? Нечестно. Кого ты спрашиваешь? Беса. 5 недель. Ты связан как-то с проблемами желудка с ней? Он показывает, что он вытягивал энергию с ней с разных чакр. Вот через эту нитку уходила. Она теряла много энергии. А с животом, с желудком он не связан. Хорошо. Синхронизация закончилась. Сканер, контрольная проверка. Чисто. Вот видишь, у нас для космических есть Ли. Но вот с этими паразитами это, конечно... Нету такой структуры, чтобы с ними занимались. Придется самим все это как-то решать. Хорошо, бес. Как ты представляешь свою дальнейшую судьбу? Долг отдал он демону. Не привязан к нему больше. Ты должен был ему долг? Да. Вот как. Понятно, бес. Бывает такое, мы с таким уже встречались. Хорошо, под воронкой беса открывается воронка в галактическое ядро. Воронка уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю.
Готово. Хорошо, без. Если ты второй раз со мной встретишься, это будет твой последний, все, что ты видишь, последним. Понятно тебе это? Понял, понял. Открывается внизу воронка против часовой стрелки на частоте беса. Бес уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Есть. Хорошо. Демоняка. Ну, какой рог тебе обрезать на добрые воспоминания об этой встрече? А я с тобой еще встречусь. Оба рога нужны ему. Да. Ну и как мы с тобой будем решать вопрос? Какой вопрос? Ответственности. Она жаба показывает контракт у него. Под жабой открывается воронка в галактическое ядро, жаба уходит на переработку. Мне все равно, на что ты показываешь, демон. Я тебя предупреждаю. Если я тебя встречу, а я тебя встречу, это будет наша последняя встреча с тобой. Ты уйдешь на переработку. Перед этим ты получишь полную программу, незабываемую. Если ты еще раз осмелишься к матушке Василисе кого-то послать с долгами или без, я сожгу его и тебя, это тебе сейчас, понятно? Понятно, ему не вот очень-то и теперь, хотелось. Вот ходи и оглядывайся теперь. Потому что если она обратится ко мне за чисткой, я тебя вытащу. Я аннулирую этот контракт. А после этого спрошу ее, что она хочет с тобой сделать. А это еще хуже, чем мое мнение. Вот в такую... Он еще одну жабу выплюнул. И вторая жаба уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Хорошо. Все понятно, демон? Понятно. Открывается воронка против часовой стрелки на частоте демона. Демон уходит на свою чистоту. Закрываю, печатаю, растворяю. Давай заправим матушку энергиями. Посмотри, сколько ей нужно энергии и какая частота вибрации. 350 и 25. Значит, три в макушку головы матушки Василизы начинают поступать 7 высоковибрационных потоков по 350% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняют, усиливают. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потока усиливается. Частота вибрации поднимается до 25 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Готово. И идет информация, что она должна быть наполнена и сгармонизирована. Когда она теряет энергию, это бьет по одной из чакр. И как она в это этот может? Раз это было желудок. А, понятно. Хорошо, мы эту информацию передадим. Благодарим за информацию. Как вы себя чувствуете, матушка Василиса? Гармония, она наполнена энергиями, и они все в гармонии. То есть у нее нет перевеса с балансировкой. По всем чакрам идет. Хорошо. Я думаю, дочка объяснит ей, о чем идет речь. Хорошо, будем возвращать матушку Василису в ее систему биоробот-душа. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию матушки Василисы в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем.